Articulum – это международная IT-компания с центрами разработки в крупных городах Украины, Белоруссии, Испании, Польши и Пакистана. Наша бизнес-модель дает возможность разработчикам напрямую общаться с коллегами из Европы и Америки, непосредственно влияет на развитие продуктов и бизнеса в целом наших клиентов. Минский офис компании был основан осенью 2010 года. И с тех пор успешно развивается и растет, привнося свою специфику и уникальную атмосферу в белорусское IT-сообщество. В начале 2014 года, когда в Минске работало уже около 150 человек, компания стала резидентом парка высоких технологий, войдя в тридцатку крупнейших компаний ПВТ. На данный момент в нашем офисе работает 22 клиентские команды, а это более чем 160 различных специалистов высокого класса. Большинство наших клиентов из стран Западной Европы, причем почти половина из них швейцарские компании. Именно поэтому нашу локацию в Articulum еще называют маленькой Швейцарией. У компании Articulum есть отличная экспертиза и опыт в построении agile-процессов и практик. Мы помогаем нашим клиентам максимально эффективно запускать команды с первой недели работы. Формируем процессы, адаптируем эти процессы для конкретных команд, а также обучаем сотрудникам и помогаем создавать культуру непрерывного улучшения и совершенствования, что, на мой взгляд, достаточно важно в условиях современной конкуренции. Как правило, в Articulum приходят спецы с хорошим бэкграундом. И если даже вам удастся найти здесь студента, то это, скорее всего, будет студент с неординарными способностями. It's very comfortable to work in Articulum offices because it's new offices, very nice open space, very comfortable, with a lot of meeting room. It's very easy to book a meeting room and to have a call with Paris, for example, very, very quickly. Компания «Купол» за небольшой период времени превратилась из стартапа в крупнейшую европейскую платформу по найму работников, которые ищут временную работу. Я присоединился к компании полтора года назад. За это время команда выросла в два раза. Выбор технологий и способов реализации полностью в руках разработчиков, что очень мотивирует нашу команду. Что мне нравится больше всего, работая в Articulum, это возможность применять решения, которые напрямую влияют на бизнес клиента и работу проекта в целом. В Articulum мы развиваем культуру свободного обмена знаниями и опытом. В минском офисе компании ежегодно мы организуем 15-20 образовательных мероприятий, открытых не только для наших сотрудников, но и для внешней аудитории. Помимо увлекательных задач, Articulum предоставляет и множество развлекательных активностей. Это и knowledge sharing breakfast, и movie night, и travel club. Все это делает жизнь в Articulum яркой, насыщенной и событийной. В Articulum очень интересная атмосфера, очень много интересных людей, с которыми интересно общаться. Вот это вот неформальное общение по рабочим вопросам улучшает качество коммуникации и взаимопонимания в нашей большой международной команде. И это очень здорово. У нас амбициозные планы. Продолжаем развиваться и постоянно открываем новые локации.